Сегодня в Чувашию прибыл начальник Приволжского регионального центра МЧС России Игорь Паньшин. В начале дня он встретился с временно исполняющим обязанности главы Чувашии Михаилом Игнатьевым. Михаил Игнатьев и Игорь Паньшин обсудили вопросы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В Чувашии службы и ведомства находятся в полной боевой готовности. Работа по профилактике ЧС ведется постоянно. Начальник Приволжского регионального центра МЧС России отметил, что Чувашская республика находится на передовых позициях. По уровню обеспечения безопасности пожарная обстановка в регионе остается одной из самых стабильных в России. Я хочу сказать, что республика уже на протяжении всех лет, которые вы 7 лет возглавляли региональный центр, всегда находится на передовых позициях. Республика всегда на слуху, она всегда идет впереди. То, что для вас наша работа не нова, мобилизовать население вот по дворовые обходы, чтобы они понимали, что суд маны небесный откуда сверху